Ребята, сейчас концовка видео. Обязательно досмотрите до конца это видео, потому что там будет смешно. Друзья, всем привет! С вами снова я, Алексей. Я Александра. А также с нами еще Синий Диван. И мы находимся в шоуруме глюкофона Queen Drum. Сегодня у нас необычный обзор, а именно рубрика «Глюкофон в мешке». О, курьер приехал. Пойду открою дверь курьера. Ты ничего себе. Сколько? Помогите же! Нифига себе, сколько. Давай, давай, тягай. Здравствуйте. Вот доставка. Спасибо, Роман. Здэк. Это не реклама. Свидания. Всего доброго. Какие вежливые люди все-таки. Так, а сейчас мы начнем вскрывать мешок. Ну и те, кто самый догадливый, может написать в комментариях, как вы думаете, что же в этом мешке? Может быть кот, а может быть собака? Так, Александр, что вы там видите? Сложно так предположить сразу, но... Это кульки, да? Так, тут явно у нас какой-то малыш. Мы можем предположить, что же там за расцветка? Как ты думаешь? Мне кажется, это что-то темное. Может быть, это темно-синий цвет? Темно-синий. Так, я думаю, что там зеленый. Вот это да. Темно-синий глюкофон. Как тебе это удалось? Может быть, ты вещи Кассандра? Как точно подметить? Так, это у нас глюкофон 22 сантиметра, но я думаю, что мы сейчас еще один достанем из мешка, посмотрим, что там будет за инструмент, и сравним их. Но у тяжеленький, я думаю, что это не простой глюкофон. Скорее всего, он может в себе сочетать два инструмента. Гитару? Да, ну, я думаю, что вскрытие покажет. Тебе поможешь сама или не поможешь тебе? Ну, давайте посмотрим. Только аккуратно. Ух ты, нифига себе, какой цвет. Слушай, да это перламутр. Как я и говорил, в принципе, да? Я говорил, что здесь будет перламутр, и он здесь перламутр. Кстати, вот зеленый оттенок тут. Да, ух ты, ничего себе, какие разводы. Офигеть вообще. Вот этот цвет, вы видите это? Или глаза меня обманывают? Но и мое предположение тоже сбылось. Все-таки не простой инструмент, а с двумя половинками. Это правда. На которых можно играть. Да, мы забыли вам сказать, что эти глюкофоны приехали к нам из города Брянск. Как и на нашем прошлом обзоре. Подмечу, что в этот раз на инструментах новые ножки. А сейчас мы расскажем вам об этих инструментах более подробно. Да, ну вот в мои руки попал уже маленький инструмент. И здесь мы видим, что это настроечка ми минор. По опыту можно предположить, что он будет звучать достаточно высоко. Сейчас послушаем, так ли это на самом деле. Да, действительно, ми минор. Достаточно тонкий гипнотический звук для любителей ноток повыше. Кажется, он придется по вкусу. Да, здесь 8 лепестков и диаметр этого инструмента 22 сантиметра. А сейчас я покажу вам вот этот инструмент, второй. Повторюсь, мы наугад вытаскивали эти два глюкофона, поэтому это совершенно спонтанный обзор. Это двухсторонний глюкофон, на котором 20 лепестков. Да, да, вы меня слышали, целых 20. 10 с одной стороны и 10 с другой. Так, и сейчас мы проверим. Итак, первая сторона у него настроена в строе ре минор, а вторая до мажор. Итак, послушаем же, как он звучит. Сейчас я вам сыграю импровизацию. Итак, первая сторона у нас это ре минор. Действительно очень минорный и ноты высокие, сразу видно, что это ре.
Так, и что же нас ждет на обратной стороне Луны? Здесь стандартная настройка до мажор. Тоже очень приятно. Ну и как раз инструмент для тех, кто хочет одновременно, чтобы в его глюкофоне был и мажорный, и минорный строй. Кстати говоря, в этих глюкофонах лежат такие вот штучки, рука не зарезает, пакетики с силиконовым гелем. Этот гель защищает глюкофоны от попадания влаги. Очень круто, что он здесь лежит. Это помогает защитить глюкофон от влаги при перевозке. Вот такой вот замечательный инструмент, двусторонний, очень красивый цвет. Как всегда, тяжелый, то есть здесь точно есть 3 мм толщины стали. Ну и в придачу такой вот маленький красавец, который можно с легкостью взять с собой на прогулочку, и который поместится с легкостью в дамскую сумочку. Воистину. Саша, настало время нашего эксперта. Уже? Да. Сегодня свое мнение выскажет мирового уровня баянист, лидер сельской группы «Плечи вниз». Встречаем! Сказать добрый вечер, можно я сумочку здесь у вас поставлю? Вот там. Конечно, конечно. Здравствуйте, я из группы «Плечи вниз». Добрый день. Здравствуйте. Вы меня узнали. Давайте попробуем выиграть. Да, я обычно профессиональный баянист, а здесь я как бы не профессионал, но я могу распознать фальшивую ноту. Спасибо. О, мы так и думали. Так, я могу посмотреть на них. Такой компактный. Он даже маленький. Ладно, всем спасибо, мне надо идти. До свидания. Спросите, здесь автобус какой ближайший? 14 троллейбус, да, тебя взял. Подайте сумочку, пожалуйста. Спасибо нашему великолепному эксперту. Он, кстати, приехал к нам из сельской местности, из далекого-далекого-далека. Друзья, это была наша рубрика «Глюкофон в мешке». Я надеюсь, что вам очень понравилось, и это было совершенно неожиданно. Кроме этих замечательных двух инструментов, здесь еще, как видите, лежит, ну, по меньшей мере, с десяток глюкофонов. Все эти инструменты, и эти, и те, и многие другие, вы можете найти на нашем сайте, который называется inoglucofon.com, ссылочка в описании. Спасибо великолепной Александре, еще ее зовут Вещи Кассандра, как она отгадала все цвета и конфигурации. Это просто невероятно. Как тебе это удается спустя столько лет? Я просто знаю. И это офигенно. Ребят, мы желаем и вам знать, и видеть, поэтому смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь на него прямо сейчас, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А также пишите ваши комментарии, нам очень приятно. До новых встреч. Всем пока! Так, все, я сейчас захожу в кадр. Так, ну я думаю, что мы достанем... Не выключай, Миша. Почему ты такой красный? Дочки матери идут. Подожди, не выключай. Что за дочки матери идут? Как раз сидят. О, какой хороший. Ты же сам это хотел. Оставь пока, все. Так, Саш, достанешь 30 сантиметров? Вон там есть 30? Снимайте себя, стыдно мне. Есть, да? Не знаю, да, вот все, нащупал. Да. Как это действительно надо вставлять из советских фильмов.
Вскрытие покажет. Привет. А у тебя должен быть, когда ты говоришь, что ну дурак. Из Романа Васильевича. Ну дурак. Сейчас я сделаю. Давай, с удивлением. Покажи эмоции удивления. Ух ты, нифига себе, какой свет. Скажи, это круто. Это круто. А скажи, это вообще офигеть. Это вообще офигеть. Они очень хорошо держатся здесь. Так, точнее, не двух инструментов, а у этих двух. У этого двухстороннего глюкофона. Первая сторона у него. Дай проверю на всякий случай. Это я знаю, Саша тебе. Ди минор, Ди минор? Да, давай, да. Ди? Да. Давай, все, пойдем. На всякий случай. Ну я просто, ребята, дураки сидят.